Сушилка Starwintes FD0502 относится к разряду бытовых дегидраторов, используемых для сушки овощей и фруктов, а также для снеков из мяса, зелени, рыбы и прочих пищевых продуктов. Поставляется в красочно оформленной коробке в комплекте с инструкцией по эксплуатации и гарантийным талоном. В инструкции собраны меры безопасности, технические характеристики, правила эксплуатации устройства и даже полезные советы по приготовлению продуктов. Прибор имеет строение классической домашней сушилки с вертикальным типом обдува. В нижней части расположена база с нагревательным элементом и вентилятором. Сверху устанавливаются круглые поддоны для сушки. Небольшие габариты устройства позволяют без труда разместить его в небольшой квартире. Благодаря четырем резиновым ножкам сушилка устойчиво располагается на столе. В передней части основания, сделанного из светло-серого пластика, расположена панель управления с кнопками и табло. Сверху устанавливаются 5 поддонов, которые накрываются крышкой. Крышка и поддоны изготовлены из прозрачного пластика, через который легко наблюдать за ходом процесса сушки. Высота лотков в 1,5 см может быть увеличена до 2,5 см за счет установки на специальные выступы. Диаметр поддонов 30 см. Отверстия в лотках не слишком маленькие, поэтому нарезать сырье нужно не очень мелко, иначе высохшие кусочки смогут провалиться вниз. Устанавливать можно любое число поддонов, но для нормальной циркуляции воздуха рекомендуется использовать не меньше 3. Для равномерной сушки желательно периодически менять лотки местами через несколько часов. Во внутренней части сушильной камеры выделено углубление, куда смогут стекать капли сока или жидкости с продуктов. Вентилятор и нагревательный элемент защищены пластиковым грибком, который не допустит попадания грязи и влаги внутрь корпуса устройства. Панель управления имеет удобные механические кнопки и крупное табло с яркими красными цифрами. Клавишами устанавливается таймер, а затем температура. Окончание работы сигнализируется 5 звуковыми сигналами. Прибор сам отключится по завершении процесса, так что можно оставлять его работающим на ночь или на целый день. Starwind SFD0502 имеет относительно высокую мощность в 400 Вт. Отличается качественным исполнением, добротной сборкой и удобной конструкцией. Основное достоинство сушилки – ее размер. Прибор не займет много места при работе и хранении. Высота лотков регулируется, что позволит при необходимости сушить более крупные кусочки продуктов, а не только тонко нарезанные фрукты или овощи. Такая сушилка пригодится тем пользователям, кто хотел бы получить возможность в домашних условиях сушить или вялить небольшие объемы овощей, фруктов, а также мяса или рыбы.